Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Вероники де Леон. Композиция называется «Это случилось с нами». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Это случилось с нами, с тобой и со мной прочно. Канули сентябрями сотни других в ночи. Звуки чужие и странные, точа. Я излечу раны, я излечу раны, если, конечно, захочешь. Тени померкнут пламени, собранным по кусочкам. Кто-то увидел шрамы на болевых точках. В храме твоем пустынном, по оголенной улице, я стану самым сильным, я стану самым желание с тем, что сбудется. В храме твоем пустынном, по оголенной улице, я стану самым сильным, я стану самым сильным, желаниями с тем, что сбудется. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Это случилось с нами. Стихи Вероники де Леон. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».